Сегодня начинаю свой влог с интересных приобретений, с различных сайтов, в том числе начну с василька. Любимый василек мне очень нравится, действительно любимый. Это ивановский текстиль, и мы уже заказываем, наверное, больше 2 лет на этом сайте. Очень довольны качеством и, ну, вообще всем довольны. Бывает единственное, что, например, когда заказываешь что-то более дешевое, даже бывают, например, 2 одинаковые футболки или 2 одинаковых джемпера идут по разным ценам на этом сайте, например, там 700 рублей, 500 рублей. Если берешь за 500 рублей, например, там более дешевую, то она будет менее толстая, чем за 700, да, то есть как бы они идут более толстые, с начесом, например, если это флис, то будет такая мягкая, приятная подкладка, да, на этом свитере или, например, колготках, носки. Ну, в общем, от цены зависит более плотное изделие. Вот, поэтому оно более теплое и дольше прослужит. Ну, как бы вот единственная, наверное, разница. Бывает, что действительно цена зависит, даже не скажу, что качество, а просто вот эта теплость, более толстая вещь. Итак, у нас был такой хорошенький такой заказик, только его принесла от сестренки. Начну с маминых. У нее на канале уже это появилось, но вот хочу свое мнение сказать. Мама заказала 52 размера, да, ее размерчик 50, такое платье. Она взяла его, чтобы носить с кроссовками, ну, такой более модный стиль. Мне оно тоже очень понравилось. Интересно, у него такие идут пуговицы, как такие, как деревянные. Внизу такая оборочка веселенькая. В общем, и такой он не приталенное, то есть она такое прямое платье, хорошенькое, да, и внизу идет, видите, прошивка, оверлок без загиба, то есть такой очень приятный цвет. Она хотела с белыми кроссовками и джинсовой курткой. Итак, следующий заказик у нас идет тоже маме, моей сестре. Это футболки. Футболки и водолазки. У них тоже получается, если заказываете более дорогую вещь, да, то они будут более плотные. Вот это она взяла такую достаточно плотную коричневую водолазку. Думаю, она будет так прям хорошо сидеть. Не будет растягиваться на шее воротник. То есть такая вообще она плотная-плотная, красивый цвет. Так, брюки. Брюки мои. Женский спорт 44 размера. Интересно. Отлично. Очень симпатичные. С полосками. Померю, покажу, как это будет выглядеть. Супер. На весну отлично спортом заниматься. Так, и то, что я очень-очень ждала, это костюм спортивный. Он такой коричнево-бордового цвета, даже можно сказать такой, не знаю, вишня, что ли. Ну, оно даже, смотрите, с надписью. Прикольно. 46 размер. Ну, кстати, он выглядит на 44. Я всегда беру на размер больше, потому что я 44 размер ношу. Но сейчас все в моде более такое, да, побольше, чтобы мода такая, знаете, в удобство. То есть это удобные кроссовки, удобные свитера, удобные куртки, чтобы все было приятно и хорошо носить. То есть не в обтяг, не так, чтобы в липочку, да, сидела, а именно, чтобы вот направление удобно, комфортно, приятно носиться, да. Поэтому вот всегда заказываю на размерчик больше. Это 46-й и... мне нравится. Все покажу, померяю. Так, кофточка была, кстати, очень необычная. Смотрите, у нее и идет капюшон, и в то же время
здесь такой получается, такой даже, можно сказать, не спортивный вид спереди, но интересный такой. Так будет идти. Видно немножечко. Но покажу все. Классная кофточка. А, сзади она такая удлиненная. Спереди. Перед у нее такой изгибом идет. Класс. Так, далее мама заказала какие-то чепчики, панамки женские. Сказала, буду ходить в огород и в лес. В общем, у Светика на канале посмотрите. Так, это полотенце я беру для моих свинок. Очень классные, кстати, полотенца. Плотные, вафельные. Свинкам очень нравится. Ну, а мне нравится то, что они очень легко стираются. И не буду доставать. Итак, понятно, видно, да? И покажу вам в домике, как это все выглядит. Каждый раз беру разные цветом, чтобы у них так было все красиво, комфортно. И они, так как вафельные, с них легко мусор. Например, они там, ну, свинки свинячат. Вот, и легко собирать, легко убирать, потому что прям не, например, сено, оно в другие полотенца, оно так прямо вткается, и невозможно убрать, да. А здесь вообще легко, все просто. Классные полотенца для свинок, в том числе для кухни. Так, заказик был на Озоне, также под костюм я брала себе вот такую футболочку Лондон. Кстати, на Озоне они вообще недорогие, но качество, знаете, уступает Васильку. Например, она футболка, стоимость где-то 200 с чем-то рублей, 260 или 220 рублей, 240, ну, в общем, забыла, простите. Но качество более тонкое, чем в Васильке, да, мы брали. И можно посмотреть, видите, ничего не оверлочено, то есть просто вот загиб и все такое по-русски сделано. Но выглядит неплохо, она не прозрачная, то есть на лето тоже классно подойдет. Ну и такой логотипчик приятный, цвет достаточно приятный, тоже вам покажу. Итак, еще несколько приобретений с разных сайтов. Это в Биоси мы заказываем вот такие витамины. Это омега-3. Видно? Не видно? Причем в Биоси они идут омега-3 для детей и отдельно омега-3 для взрослых. Очень крутые комплекты вот эти вот идут. Они с 3 лет можно. И не только омега, то есть это целый комплекс. Идет также витамин Е, витамин А, витамин Д. То, что нам сейчас очень сильно не хватает, потому что весна, скоро лето, нужно больше заниматься спортом, много проводить времени на дачах. Поэтому, в принципе, классно заказывать тоже выгодно в конце месяца витамины в Биоси. Они идут там дополнительная скидка. Потому что если вы, например, консультант, то очень удобно, очень выгодно. Ну, еще вот заказ был гиалуроновая кислота. Это для эластичности тканей, хрящей. Тоже 60 капсул идет. Мы брали на месяц на двоих с мужем. То есть по одной капсуле это доза, ну, то, что нам необходимо, потребность организма, да, это гиалуронка, причем ее нигде не найдешь, не выписывают, да, даже не думают о том, что это важно для хрящей, для кожи нашей. Ну, гиалуроновая кислота, да, она сейчас входит во многие кремы, во многие тоники и так далее, но ее можно также принимать внутрь, то есть очень-очень классный продукт. Можно у меня заказывать, пишите, если кому надо, вышлю. Доставка, причем она идет бесплатно. Вот, теперь будет показ мод. До встречи на показе мод меня и мамы. Спасибо, что остаетесь до конца.
интересную вещь показать, которую приобрела моя мама, свекровь. Это силиконовые чехлы для обуви. Или по-другому дождевики для обуви, галоши силиконовые или силиконовые бахилы. Это, можно сказать, такое новейшее изобретение инженеров. То есть они подходят, вот эти чехлы, бахилы подходят различным типам обуви. Например, можно и стильным кроссовкам, и строгим туфлям. Такая полезная вещь от луж, а также зимняя слякоть, когда также они очень красиво смотрятся, необычно на ноге. И толщина примерно 1,5 мм до 3 мм. Можно посмотреть, какие разнообразные цвета. Она взяла себе такие белопрозрачные. Вот. Но интересно, что лучше, конечно же, для того, чтобы аккуратно использовать и носить подольше, лучше приобретать товар не менее чем на размер больше. Ну и, конечно же, это убережет ваше здоровье от простуды, а также любимую обувь от намокания. Ну и грязи, конечно же. Давайте с вами посмотрим. Она заказала их. Так, только что помнила. Я ее спрошу еще разочек. Мне кажется, 260 рублей. Это недорого, на Озоне. Вот такие они идут прозрачные. Она уже померила на белой кроссовке. Такие прям. Такая у них подошва. Тоже тут инструкция небольшая есть. Ну, совсем небольшая. В общем, она взяла большой размер. У меня кроссовки. Лусик, Микусик, с обновочками, да? Кушайте, кушайте. На, кушай. Две мордочки. Какие у вас красивые обновки. Зеленые полотенца. Ну, прям красота. Две счастливые мордочки. Сейчас вам покажу, гамак у них тут есть. В гамачке отдыхают. Если не хотят в гамаке, тут у них кровать мягкая. Домик закрытого типа. Вход с той стороны. Им так больше нравится. Лусик. О, Лусик там уже сидит. И вот здесь домик. В общем, многоквартирная, многокомнатная квартира. Микки, девчонка. Привет, моя девочка. Ну, какой розовый носик, красивый. Thank you.
жарко, что ли? Ты решила на доме посидеть? Полежать, отдохнуть? Красивых переславских домов. Вот этот мне тоже очень понравился. У него необычный дизайн и тоже красивые сосны. Сейчас вам покажу, какое дерево рядом интересное растет. Такое необычное дерево растет. Сейчас покажу поближе. С такими вот цветами. Даже не знаю, практически листьев нет, одни цветы на палочках. Очень красиво смотрится, как бананчики висят такие. Вот. Смотрите, какая милая компания тут собралась. Два пёсика, дедушка с внучкой, рыбку ловят. Вот этот черный пёсик, он прям огромный такой, он так лежит, просто маленький. У нас все позеленело, такое красивое-красивое. Одно удовольствие сейчас бегать, ну или на велосипеде ехать. Птицы поют. Сегодня над озером воздушный флот. Все люди это стоят плакат. На набережной. Красиво. Сегодня закат.
Так низко летят шары. Такое ощущение, что они прям на воду сейчас запустятся. Видите, как романтично. Можно в Переславле полетать. Там уже лодки на воду. Ну, к вечеру так прохладненько. Градусов, наверное, 10. В Переславле проходит раз в год праздник шаров надувных. Огромное количество запускают в небо. Такое красивое зрелище, конечно. И это возле музея ботика Петра Первого. Там есть такой поселок. Кажется, называется Веслево. Да, Веслево. Вот там проходит этот праздник надувных шаров. О, чайки летят к шарам. Думаю, сейчас их покормят. Дяденька тоже снимает закат. Такие большие приблизились сюда. Гигантские шарики. Классно, да, смотри, так близко. Низко летают, наверное, холодно повыше.